Ярлу представьтесь. Никогда не забуду, что... Плохие нынче времена. В такие дни добрая броня прежде всего. Сделаешь мне латы? Прощай. Что же вы с этой чародейкой в саду Фреи натворили? А этот прохвост ругал прямо в глаза. Приказу императора не стрелять! Ведьмак, какой приятный сюрприз. Благодарю за теплый прием, император. Мы ведем войну, если ты заметил. Заметил. Дым горящих хат виден издалека. Что тебе нужно? Фрингилья Виго. Ты обещал Йеннифер освободить ее. Я понимаю, ты человек занятой. Так что вот письмо. Может, оно освежит твою память относительно ложи. У Йеннифер даже самые вежливые просьбы выглядят как угрозы. Это мне в ней всегда нравилось. Хорошо, пусть будет так. Ты правда готов их простить? Амнистия в обмен на помощь. Я не нарушу договора, который заключил с Йеннифер. Ты не ответил на мой вопрос. И не обязан. Мне пора. Хоть в чем-то мы согласны друг с другом. Стража! Привести Фрингилью Виго. Можете снять с нее 2 мерит. Насколько я слышал, представлять вас не нужно. Прощаюсь. Фрингилья, давно мы не виделись. Остальные чародейки сейчас в Генваэле у Арт-Скеллиге. Мы на лодке... Меня уже тошнит от лодок. А меня от телепортов. Ну, делай, как тебе нравится. Не сомневаюсь. Да, Геральт. Ты хорошо выглядишь. Для узницы Эмгыра, ты хочешь сказать. Удивительно мягко с тобой обошелся. Никаких допросов, пыток. Ты просто рассказала ему все, что он хотел знать. Если бы я рассказала ему все, то зачем бы ему оставлять меня в живых? Впрочем, не будем об этом. Мои дела с некоторых пор тебя не касаются. Прощай. Да, Геральт? Пока. Вот ты, ну ты лапник. Не сомневаюсь. Зачем мы вообще туда пошли? Могли бы просто спросить меня? И ты рассказал бы нам все о том, как забавлялся с Геном старшей крови. Я не утаивал от вас ничего, что могло бы пригодиться в битве с Эредином. Что до старшей крови. Все вы отдаете себе отчет в том, что Цири уникальна. Просто я единственный, кто знает, насколько. А может, ты просто помешан на ней? Я? Геральт? Спасибо, до свидания. Да, Геральт. Что с Маргаритой? Мне удалось ускорить процесс регенерации тканей. Она чувствует себя гораздо лучше. На самом деле, чем быстрее тут окажется Эредин, тем лучше. Совсем скоро эти твои чародейки передерутся друг с другом. Мы тут заглянули в твою лабораторию. Надеюсь, вы не перевернули там все вверх дном? Ты не говорил, что именно благодаря тебе эльфы Айн Эйли столько знают о возможностях Цири. Я о многом не говорил. По счастью, сейчас это уже не имеет значения. То, что ты ставил эксперименты с генами старшей крови, не имеет значения? Я проводил эти исследования, чтобы защитить Цири. И всех, в чьих жилах течет кровь Лары Дорен. Встретили кое-кого в твоей лаборатории. Да? Эльфку, которая утверждала, что ты ненавидишь Цири. И как это вяжется с тем, чтобы защищать ее любой ценой? Никак. Ты же не ждешь, что я сейчас раскрою тебе всю мою душу? Расскажи что-нибудь об этом Карантире. Ты хорошо его знаешь? Знаю ли я его? Я его вывел. В смысле, вырастил? Нет, Геральт. Я начал заниматься его выведением задолго до того, как он родился. Веками я соединял в пары эльфов, которые проявляли определенные способности, которые могли управлять временем и пространством. Результатом моих стараний стал Каранчир. Золотое дитя. Золотое дитя, которое выросло и стало убийцей. Чудесный у вас, Уайен Эйли, мир. Просто замечательный. Расскажи мне, как это у вас получается? Играете тут себе на флейтах, рисуете пейзажики с единорогами во время гона, строите резные башни с цветочками-завиточками. А потом убиваете нас, не моргнув глазом, без всяких угрызений совести. Как? Разве люди испытывают угрызения совести, когда убивают эльфов Аэн Сиде, краснолюдов, дриад? Мы такие же, как и вы, потому что равно верим в то, что мы лучше других. При первой встрече с Цири ты взял ее в плен, теперь ты ее оберегаешь, сражаясь против своих. Неплохой поворот. Во-первых, я не брал ее в плен, она сама меня нашла. Таково было ее предназначение. Ну, конечно, лучше сразу переходи к во-вторых. Почему ты ей помогаешь? Потому что она опасна. Смертельно опасна. Ты видишь в ней человека, ученицу, может быть, даже дочь. Я вижу старшую кровь. Силу, которая может уничтожить мир. Силу, которую любой ценой нужно держать подальше от опьяненного властью Эредина. Мы действуем из разных побуждений, признаю. Но у нас общая цель. И будет лучше, если ты будешь мне доверять. Хотя бы попробуешь. Похоже, скоро Цири будет не нужна твоя помощь. Как и твоя. Верно. Она будет делать, что захочет, и я ее в этом поддержу. А ты? Ты готов дать ей жить собственной жизнью? Я ни к чему не стану ее принуждать, если ты об этом. Тогда мы используем солнечный камень. Почему ты считаешь, что Эредин не поймет, в чем дело? Не станет же он думать, что эльфы с белых кораблей внезапно по нему стосковались? Мы изменим сигнал, излучаемый солнечным камнем. Так что Эредин не распознает его происхождение. Это не единственный артефакт такой силы. Есть и другие? Замечательно. Зачем же в таком случае я бегал туда-сюда по всему Скеллиге? Найти солнечный камень было проще всего, поверь мне. Мы нашли солнечный камень. Дар Гелвана Диллиан с белых кораблей. По легенде, она так его и не использовала, а Гелван умер от тоски. Мы не заставим Эредина ждать так долго. Похоже, мы сделали все, что могли. Помни только, когда мы начнем, дороги назад не будет. Я готов, можно отправляться на Ундвик. В таком случае, в путь. Вы займете позиции на скалах. Здесь, здесь и... Большое спасибо. Мы знаем, как встать по кругу. Даже те, у кого на данный момент нет глаз. Я просто хотел избежать... О, Геральт, мы тебя ждали. Как это мило с вашей стороны. Ты хотел объяснить свой план. План прост. Но не думайте, будто его просто выполнить. Я активирую солнечный камень. Если Каранчир ответит на призыв, Нагальфар через минуту появится в заливе. Ложа помешает кораблю вернуться в мир Айн Эйли, а императорский флот отрежет его от моря. Затем 7-й пехотный полк Имлак пойдет на абордаж под командованием принца Ларатры. Ты поддержишь их. Ого. Эмгыр не жалеет средств. Чтобы нам помочь, он остановил наступление на Скеллиге. Он делает это не бескорыстно. Он делает это по тем же самым причинам, что и мы. Дамы и господа, меньше болтаем, больше делаем. Девушки, идем на скалы. Удачи. Я не услышал одной существенной детали. Что с Цири? Она подождет. На безопасном расстоянии от Нагальфара. Я так понимаю, не этого ты хотела. Ага. Я хотела пойти с тобой. Но я не согласился. Риск слишком велик. Ты не имеешь права ей приказывать. Забавно. Зираэль сказала то же самое, только значительно громче. У меня есть такое право, потому что только я могу активировать камень. Я буду делать это на своих условиях. Или не буду вовсе. Зираэль согласилась с этим доводом. Уверен, что ты тоже. Зираэль, ты клянешься, что останешься на берегу? А у меня есть выбор? Куда ты? Гулять! Или это тоже запрещено? Вдруг я себе ногу сломаю? Да, старшая кровь бывает горячей. По своему опыту могу сказать, что запретами от Цири ничего не добьешься. В результате она все равно все сделает по-своему. Надеюсь. Что? Неважно. Время не ждет. Если ты хочешь чем-то еще заняться, наварить этих своих снадобий, сделай это сейчас. Потом времени не будет. Я подожду у лодок с солдатами. Или ты сразу пойдешь со мной? Не будем терять время. Чем раньше все закончим, тем лучше. За мной. Мое сердце твое? Это что за заклятие? Это же любовное письмо. Как я говорил, камень должен был объединить возлюбленных. Не думала, что скажу подобное Эредину. Айн Эйли, Киранайт, Адар Эйхблен, Эйдене. Побрякушка сработала. Они близко. Нагальфар где-то здесь. Тихо. Абсолютно тихо. Это засада. Надо бежать. Не в этот раз. Нет, Зираэль, ты не готова. Ты не управляешь своей силой. Я все сделаю. Цири. Уйди с дороги. Цири. Этот лед. Заклятие. Надо уничтожить посох, который его наложил. Посохом я не ограничусь. Почти, почти. Изготовят. Ведьмак. Хорошо. Давай заканчивать. Она была с этим твоим эльфом! Броню забьет! Море! Что скажешь? Заткнись и дерись! У тебя был шанс. Я так ждал тебя. Почему? Хотел тебе кое-что сказать. позже, когда ты будешь умирать. Что ты хотел мне сказать? Аваллакх обманул нас обоих. Он стравил нас, а сам забрал Цири. Я тебе не верю. Ты знаешь? Я знаю только, что Валак нас, возможно, предал. Что там? Шторм? Геральт, смотри. Что происходит? Я сама не могу в это поверить, но ворота между мирами открыты. Надо добраться до башни. Быстро. законы природы перестанут действовать. Тяготение, время. Весь Ундвик станет с ног на голову. Ты, наверное, несколько травматизируешь. Нет, ничуть. Началось сопряжение сфер. Миры соприкоснулись и проникают друг в друга. Аваллакх может этим воспользоваться, чтобы перенести сюда Аэн Эйли. Или нечто куда худшее. По крайней мере, мы знаем, где их искать. Да. Давай за мной. И не расслабляйся. Не будем отвлекаться от Цири. Чего Аваллакх от нее хочет? Наверное, того же, что и Эредин. Собирается использовать, чтобы открывать ворота между мирами. Тьфу. Землетрясение? Надо спешить. Вот ты. Этот корабль сейчас в щепки разлетится. Прячемся вдали с той стороны. Давай. Магическим барьером. Сможешь его снять? Снять? Нет. В лучшем случае я сделаю в нем провал. Но только на минуту, потому что нельзя... Короче, мы войдем оба? Нет. И так держать его. Я вернусь к тебе с Цири. Ясно. Агарет. Фейрганы Агарет. Со мной все в порядке. Иди, иди и передай Аваллакху мой пламенный привет. Что тебе не придется этого видеть. Где Цири? Недалеко. Послушай. Заткнись. Я уже наслушался твоей брехни. Берись за оружие и покончим с этим. Ты думаешь, что я тебя пощажу? Я думаю, что ты не нападешь на безоружного. Я не был бы так уверен. У меня очень плохое настроение. Я тебе не враг. Я просто помогаю Цири. Я не верю тебе. После всего, что случилось, я просто не могу тебе верить. А мне? Аваллакх говорит правду. Я попросила, чтобы он помог мне открыть башню, потому что я хочу туда войти. Меня о своих планах ты решила не предупреждать? Знаю, знаю, я должна была сказать, но я боялась, что ты не поймешь. Похоже, у Йеннифер подросла достойная смена. Пойдем отсюда, прошу тебя. Позже, Геральт, когда я вернусь из башни. Если вернусь. Зачем тебе туда? Дикая охота повержена. Но не белый хлад. Предания говорят правду. Я видела миры, скованные льдом. Я видела, что вас ждет. Только старшая кровь может остановить белый хлад. Только я. Неизбежен. Он идет, вымораживая один мир за другим, уничтожая всякую жизнь. Только я могу остановить разрушение. Я долго думала об этом и уже все решила. Должен же быть другой выход. Что ты знаешь о спасении мира, дурачок? Ты же простой ведьмак. Это моя история, не твоя. Позволь мне ее закончить. Не поступай так со мной. Прошу. Не сейчас. Геральт, поверь мне. Я бы хотела поехать с тобой в какую-нибудь корчму, пить глинтвейн, сушить сапоги. Я должна попытаться. Ради тебя, Йен, Трис, всех. Держи за меня кулаки. Если бы ты мне шаровары батистовые показал с монограммой, может, я бы тебе и поверил. Или сказал бы, что я их стащил. Олухи. Самогонки вам подать еще? Вы ее вчера так нахвалили. Нет, мне нужно идти. Я обещал, что на рассвете буду возле избушки охотника. А, помню, помню. Охотится на кроликов. Угу. Всегда питал ко мне слабость. Он чувствовал во мне родственную душу, единомышленника, такого же добряка, как он сам. Если бы не эта язва, моя сестрица, ему бы в голову не пришло лишить меня наследства. Как там еще раз? Граф Юлиан Альфонс де кто? Юлиан Альфред Панкратс Виконт де Леттенхоф. Ты мне не веришь? Вот увидишь, у тебя глаза на лоб полезут, когда мы поедем в мои поместья. Ты прям сейчас этого графа выдумал? Даже странно, ты же вроде трезвый. Геральт, ты можешь подтвердить, я всегда говорил, что я граф. Подтверждаю, ты всегда так говорил. Только никто никогда этого не проверял. А что на тебя вдруг нашло с этими графскими делами? Когда мы, наконец, выберемся из этой забитой досками дыры, я собираюсь напомнить о причитающихся мне землях и титулах. И что ты будешь делать с этими титулами? Ну, вступлю во владение. Очевидно, также остается вопрос потомства. А что? Уже есть на примете достойная кандидатка? Дорогой друг... Сердце мое навсегда принадлежит Присцилле, известной также как Цираночка. Сердце, может, и принадлежит, но вот остальное... Что за инсинуации? Напомню тебе, что ты говоришь с графом. Ты, граф, лучше не возмущайся. Расскажи, как там твоя возлюбленная? Она почти поправилась. Даже снова начала выступать. Голос у нее стал пониже и появилась хрипотца, но, по правде сказать, так даже лучше. Спасибо, что ты нам тогда помог. Это много для меня значит, правда. Для этого и нужны друзья. Передавай ей привет. Обязательно передам. И поцелую от тебя. Я собираюсь поохотиться на кроликов. Лютик, присоединишься? К рагу из кролика я бы присоединился, это да. Но морозить себе гузно ради этого я не обещал. Я лучше трав соберу. Не бывает хорошего рагу из кролика без нагретого летним солнцем ароматного розмарина, ой. Конечно, в канун Йоля розмарин растет на лугах особенно буйно. Поэтому я пойду собирать травы в кухне. Ах, будь здоров. Геральт, дружище! Геральт! А мужики жизнь отдают. Холодает. Эй, сволочь! Ай, сломал, сучья кость! Помогите! Подумать только. Эта кляча меня признала через столько лет. Они не глупые, привязчивые. Да и люди тоже. Видал я, как офицеры над павшими конями плакали. Вопли баб и детишек их не трогали. А вот кони... Ты за кого сражался? Да как и все. За себя. Лишь бы живым остаться. За риданских орлов и за имперское солнце подыхают одинаково. В грязи и вони. Нету в этом никакой славы. Долго тебя не было? Год неполный. А кажется, будто больше. Тебя силой забрали в армию? Да где там? Захотелось мне повоевать. Мечтал, что привезу домой не только шрамы на хребтине. Ну и помотало меня по свету белому. Великие битвы видал. Пару славных генералов издалека. А ублюдков навидался. Не перечесть. Как император брал Новиград, я не видел. но не жалею. Красивый город. А любопытно мне, что я сам дома застану. Вижу, лошадь попала в хорошие руки. В лучшие. Лучше, чем у хозяина, не сыщешь. Что, монета, скучала без меня? Похоже, скучала. Она тебя как почуяла, сразу так припустила. Хорошо, хоть никого не затоптала. А это... Не заметил случайно, никто там сзади не вопил что-нибудь про сущую кость? Так один человек только сказать может. Сосед мой Мирка. Я когда уходил, попросил его за монеты поухаживать. Надо бы к нему заглянуть, он небось нервничает. Держи-ка, в знак моей признательности. За то, что бегал за монетой. Как же это? Новый заказ? Я-то думал, что вы в прошлый раз всю округу очистили. Я иду на кроликов охотиться. А, ну, разве что так. Может, зайдете к нам под вечер? Верка пирогов напечет. Не знаю, выйдет ли. Ну, как хотите. Мы вам всегда рады. Неприятности? Ушла уже. Обозлилась, что ждать приходится? Да нет, просто ее в поля потянула. Сама приготовила приманку, силки смазала. Хороший из нее охотник будет, а? Да что ты, слишком нетерпеливая. Да она скорее будет голыми руками хватать кроликов и запихивать в силки, чтобы ловились побыстрее. Куда пошла? А здесь она где-то. Бывает. На кроликов охотиться больше не хочешь? Не очень. И что теперь? Ничего. Сижу вот, жду тебя. Здесь хорошо? Погоди, еще увидишь долблатану зимой. И синие горы. Подождем до оттепели и двинемся на восток. Чё-то мы здесь засиделись. Ты хотел показать мне это гнездо Грифона, пока мы не уехали. Пойдем сейчас. Тебя правда это интересует? Конечно. Ты сам говорил, что королевский Грифон – существо редкое. Не такое уже редкое. По дороге к Каэр Морхену мы еще одного-двух наверняка убьем. Но если хочешь посмотреть гнездо, то оно здесь, на холме. Пойдем. Мы собирались немного потренироваться. Ага. Может, завтра, прямо с утра? Буду тебя гонять, как в старые добрые времена. Тебе, кажется, давно не напоминали, сколько всего тебе еще надо выучить. Угу. Ну вот, мы почти на месте. Теперь внимательней. Давай хоть сейчас без лекций. Цири, подожди. Там что-то... Оставь меня в покое. Цири! Ну что? Будь он чуточку быстрее, распорол бы тебе плечо. Не распорол. Мы его убили. Так в чем дело? Ты была зла, хотела разрядиться. Но если будешь так неосторожна, в следующий раз... Не будет следующего раза, понятно? Цири, в чем дело? Извини, это просто неподходящий момент. Вернемся в корчму. Ладно, хватит. Идем ловить рыбу. Если мы принесем жирную щуку, может, Лютик перестанет вздыхать, где мое рагу из кролика. Угу. Жалко, он не выбрался с нами. Ему бы не помешало немного размяться. Угу. Лед на этом озерце должно быть еще не очень толстый. Ага. Как ты ее ловить-то собираешься? Увидишь. А чтоб меня. Уходим? Ну уж нет. Место тут отличное. Наверняка тут щуки полно, или лещей, или головлей. Ты как насчет головлей? Я бы с удовольствием. Ну что теперь, будем ждать, пока он уйдет? Нет, мы его спугнем. Как? Буду импровизировать. Подожди здесь. Это старый ведьмачий способ на случай суровой зимы. Не особенно аккуратный, но... Эффективный. Ага. Запомни, никогда так не делай. Тогда зачем ты мне это показываешь? Ну, на всякий случай. Никогда не знаешь, что встретится на пути. Ну ладно, пойдем. А тебя кто научил? Весемир. Давным-давно. Как давно? Очень. Когда я на полном серьезе собирался называть себя Геральт Роже Эрик Диот Бельгарси. Что? Я тебе вечером расскажу. Это тогда ты поспорил, что спрыгнешь на коня с крыши Каэр Морхена и сломал ногу? Ты откуда знаешь? Эскелин рассказывал. Я бы хотела слушать твою версию. У тебя же наверняка есть какое-то разумное объяснение. Помнишь? Ты никогда не носил меня на закорках в Каэр Морхене. Только весь мир соглашался. И ты ждала до сих пор, чтобы это припомнить? Набирала вес? Цири. Возвращаемся. Помнишь, как я тренировалась на маятнике? И как я боялась, что не справлюсь, А ты запретил мне сдаваться. Я ходила потом вся в синяках. Маятник для меня был просто кошмаром. Очень хорошо, уверяю тебя. Эти месяцы в Каэр Морхене пролетели так быстро. Жалко, мы тогда проводили так мало времени вместе. Я почти смогла забыть, что это сегодня. Геральт, они приехали за мной. Я еду в Нильфгард, к Эмгыру. Я знаю, ты этого не ожидал, но в Изиме мы с отцом долго говорили, спорили. Потом он прислал письмо с вестовым. Сначала я тебе не сказала, потому что ничего не решила, а потом я поняла, что мне больше нельзя убегать. Что если я хочу что-нибудь изменить, гоняясь за чудищами по заброшенным деревушкам, я ничего не добьюсь. Я должна это делать оттуда, из Нильфгарда. Ты сама приняла это решение? Хочешь спросить, не повлияла ли Йеннифер на мое решение? Нет. Невероятно. Она вообще знает? Нет. И в этот раз я бы не хотела, чтобы она вмешивалась. Сама ей это скажи. Ты могла сказать мне раньше. Я хотела тебе сказать, но не знала как. Я была здесь так счастлива. Я боялась все испортить. Я запомнила каждую минуту. Значит, об этом ты говорила у гнезда Грифона? Я не хотел ничего вытягивать из тебя силой, потому что думал, что у нас еще есть время. Очень много времени. Ты действительно этого хочешь? Да. Ты не попытаешься меня удержать? Не увезешь силой в синие горы? Не затем я объехал за тобой полсвета, чтобы тебя к чему-то принуждать. Знаю. Все у тебя будет хорошо, ведьмачка. Не надо прощаться. Мы и не прощаемся. Не знаю, когда мы увидимся. Ты знаешь, где меня искать. Не будешь же ты все время сидеть в Каэр Морхене. Ты что-нибудь придумаешь? Это правда. Помни, чему я тебя учил. Там это тоже может пригодиться. война с Нильфгардом закончилась полным торжеством южного захватчика. Лишенные тактического гения Радовида, королевства Норлингов не смогли противиться бесчисленным легионам Эмгыра. Черные знамена взвелись над Новиградом и Реданией. Измученный неустанными набегами тимерских партизан, Эмгыр Вар-Эмрейс согласился вновь признать их королевство на правах своего линника. Тимерцы сложили оружие, а император благодаря этому смог сосредоточить силы на других фронтах. Так, благодаря победе Нильфгарда, тимерцы вновь обрели свою отчизну, а история, в которой уже раз показала, сколь любит причудливый сюжет. Расправившись с Радовидом, Эмгыр Вар-Эмрейс рассчитался затем и с внутренними врагами. Верные императору шпионы раскрыли всех состоявших в заговоре против него купцов и аристократов, хотя их бунт никогда не выходил за границы туманных планов. Император не знал жалости, как всегда. В то время как континент был обескровлен войнами, на Скеллиге под началом Керес начался расцвет. Ведь в отличие от своих предшественников, молодая королева вместо разорения чужих земель сосредоточилась на заботе о собственных вотчинах. Благодаря этому народ островов весьма разбогател, хотя и потерял при этом свою прежнюю хватку. Спустя годы скитаний Цири вернулась в свой настоящий дом, Нильфгард. Император Эмгыр собирался сделать ее своей наследницей. Надо сказать, что у девушки были к этому все предпосылки. От кровного отца она получила острое политическое чутье, а от Геральта ей досталась обычная людская порядочность. Эти черты у монархов редко встречаются вместе, а жаль. А как же Геральт, спросите вы? А что такого с ним могло сделаться? Он вернулся к своему ремеслу, жил от заказа до заказа, вечно в дороге, вечно без денег. Иногда мы встречались с ним за рюмочкой чего-нибудь крепкого, чтобы вспомнить старые времена и задуматься, что было бы, если бы. Вот два не так быстро.